Приветствую вас, Андрей. Во-первых, слова девушки не нужно воспринимать буквально, потому что она может так говорить по многим причинам, и далеко не так, что ей действительно не нравятся цветы, вот. Поэтому не стоит воспринимать буквально то, что говорят девушка, вот, то, что говорят девушка вообще, наверное, не стоит воспринимать буквально, потому что с женщинами, как ни с кем другим, очень важен именно контекст. Вот, очень важен контекст. Без контекста, я бы сказал, что ну, ситуацию вообще нельзя воспринимать полно. Дальше идем. Следующее. Что я хочу вам сказать, следующий момент, который я хочу вам сказать. Необходимо, вот, чтобы вы старались делать для девушки своей то, что вы сами считаете нужным. То есть не что-то, что она хочет, к примеру, а именно вот то, что вы считаете нужным, то, что вы считаете хорошим, и то, что, условно говоря, вы сами делаете от души. Вот что важно. То есть важно именно то, что вы делаете от души для нее, а не то, что она хочет, да, не то, что она говорит. Потому что, ну, сегодня она может говорить одно, завтра она может говорить другое. Вот, поэтому здесь все-таки важно именно то, что вы сами хотите для него сделать. Вот. Если будете слушать, ну, если будете слушать ее, да, вот, то ситуация может быть ну, такой достаточно негативной для вас, потому что девушка не будет чувствовать, что вы для нее делаете что-то вот, ну, что-то свое, да, она будет чувствовать, что вы делаете только то, что она говорит. Это всегда, ну, гораздо меньше нравится, гораздо менее
приятно, чем сам. Когда человек делает что-то сам, даже если, ну, даже если есть там непринятие того, что она, ну, того, что вы делаете. Вот. Поэтому самое главное не бояться. А самое главное делать то, что именно вы считаете нужным. Вот. Ну, естественно, в таких, я бы сказал, наверное, разумных пределах, да. То есть, чтобы это все-таки действительно было, ну, для нее, а не для вас. Вот. А вот, тогда я думаю, что все у вас будет хорошо. Вот. Только, ну, в таком случае у вас все будет хорошо. В другом случае вы продемонстрируете своей девушке, что не уверены в себе, что вы не уверены в своих силах, что вы не уверены в том, что делаете. Вот. И, соответственно, вряд ли ей это понравится. Ну, то есть, вот. Вряд ли эта девушка придется хорошо вообще. С другой стороны, если вы в себе не уверены, то, ну, возможно, имеет смысл поисследовать то, в чем конкретно вы себе не уверены. Вот. Чтобы несколько лучше понимать ситуацию. Вот. Чтобы несколько лучше отдавать себе отчет в том, что именно вам нужно корректировать, если нужно. Вот. Ну, в целом, я думаю, что именно такой ответ можно вам дать. Вот. С точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. Вот. Слушайте больше себя. Старайтесь, по крайней мере, слушать больше именно себя и свои чувства, а не других людей. Естественно, что и к девушке прислушиваться тоже нужно, да? потому что если вы этого делать не будете, то у нее, я имею в виду, у девушки может возникнуть как раз такое ощущение, что к ней не прислушивается, вот, что на ее мнение, ну, что на ее мнение плевать. Вот.
Я не думал, что это то, чего вы хотели бы. Вот. Поэтому я рекомендую вам здесь все-таки аккуратно себя вести. Вот. И думать, прежде чем делать. То есть не спешите, да, спокойненько, спокойненько все обдумайте и поступайте именно так, как вот вы считаете хорошим и правильным. Вот. Для себя. Но прежде, обязательно сделайте то, что нужно, то, что нужно девушке. Вот. То есть сделайте для нее то, чего она хочет. Это важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи вам.